Привет, народ! С вами я, Ральфик Охотник, и мы опять в лесу лазим, смотрим. Не за горами же осенняя охота на бобра, на другие пушных зверей. Ходим, малинку кушаем, остатки, как говорится, роскоши. Наблюдаем, где плавает бобр. Малина уже переспела, но вкусная самая. Поищем, посмотрим. Надо набрать семян хмели. Вот он, хмель растет. Не то, что там пиво. Хочу около дома посадить. Чтобы дома рос. Так. Так. Мы что, на островок зашли, ну. Где мы весной наблюдали бобров. О, рыбка пускается. Это хорошо. Смотрю, бобры вон там плантацию устроили. Тут деревья похерили. Ну ничего. Это хорошо. Для них, для нас, конечно, не очень. Но переходы-то у нас теперь есть здесь. На ту сторону можно перебраться по дереву. Такие вот дела. Смотрим, вылазы есть. Там не очень, а вот там вылаз, вон там вот вылаз. Если присмотреться вот получше, вон видите, вся земля намокшая. Вот. Воды, конечно, поубавилось по сравнению с весной. Упала она буквально на метр. Ну, не риск. Вот другая ягодка у нас растет. Называется черемуха. Она сладкая чересчур. Ну что говорить? 25 августа. Пора всему уже созреть. Вот. Сейчас пройдемся, посмотрим. Туда на плотины. Скоро легче нам будет ходить, трава упадет с первыми заморозками. И вообще замечательно будет. Вот. Так вот. Так, сейчас переберусь. На ту сторону будет запись. Ну, практически перебрались. Крапива, блин. Ужас. Вот такие у нас заросли около ручейков, непролазные, на которых лучше ходить зимой на лыжах. Пешком, блин, тут хмель, все руки, все это не дает пройти. Вот такие вот у нас забереги, можно сказать. Как будто Джуманджи. Ебать, твою мать, уральский. Хрен пройти, хрен проехать. Но это еще бог с ним, есть непролазная тайга. Две завалены. Опа. Старая нора бобра. Ха-ха. Падла, блин. После таких сюрпризов, блин, иной раз, блин, наступишь вот такую нору, все ёкнет. Под низу он вот сейчас чуть не провалился. Сейчас посмотрим, что тут у нас настроено после весны. Вот здесь он пытался выходить, или ручеек бежит. В ручеек сыровато. Немножко.
Сейчас посмотрим, где проходы, как что он. А потом уже придем на готовенькое. Бац-бац, капканчики поставили и готово. Заодно и путь у нас проложен будет пробным. Вот такие дела. Вот она, плотина. Подходим к ней. Но это не основная плотина, мне так кажется. Ну, усиленная. Вон, если как видите, вот он, выход. Походил здесь, почесался и обратно спустился. Сейчас посмотрим, где еще он здесь входил. Вот он ходил. Проход видно. Чтоб не переплывать, он здесь хлоп-хлоп перебежал. Трава замятая здесь. Течение умеренное. На этой стороне не вижу выводов, но там вот проход есть. Вот около коряшки. Вот с этой стороны. Вот тут вот. Заход туда. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. Ох, плотненький, как он орудует. Но видно, что живая, свежая. Натасканная. Вот. Сейчас зайду в нее и посмотрю. Ходит он через нее, нет? Хотя вот в таких вот местах вот он должен переходить. Переползать. Только. Но это, думаю, он еще ее подымет в воду. Потому что что-то мелковато, мне кажется, здесь. Но подымет он еще в воду. Вот. Очень бы я бы разобрал вот этот немножко. Почистил покрытка. И поставил капканчик прямо вот здесь вот. На проход. Все равно гулять будет, попал сюда. Это мое мнение. У меня есть всякие где. Сейчас зайдем, посмотрим, там вроде выпал хороший. Сейчас посмотрим. Я бы для прогулочки на берег реки нарядился бы в кроссовочках. Как бы на бляшки собрался. Но видно, вот активно он ходит. Вот здесь вот на этом месте он, видите, как залазит. Извините, руки дрожат, как у алкоголика. Вот. Здесь залазит. Там не видно больше нигде таких вот. Ну вот, и как я говорил, я думал, здесь проход, а здесь его нету. Вот. Что-то там по воде булькает. Может, увидим бобра, а может и утку. Охота открылась. Она сейчас в такие места забивается. Мне, честно говоря, жалко есть или. Хотя можно будет сегодня попробовать сходить на пролетку. Вот. Тишина, спокойствие. Дальше пойдем побродим. Ребят, прогулка оборвалась. Начался дождик. Ну, хоть маленькое видео выложу. Заодно сходил, нашел свои капканы. Вот хорошо. А то поставил, зимой спрятал, потом пришел, их нету. Думал, своровали. А вот сейчас нашел. Голова валенок. Вот такие вот дела. Пойду я домой. Оттащу капканы, закину их.
не шибко развитые, но функциональные. Кушайте ягодку лесную, поправляйте здоровье. Всем удачи, всем ни пуха, ни пера. Пока-пока.